Сакский некрополь обнаружен в окрестностях Талдыкургана. В Урачьях Даулбай насчитывается 11 курганов. Археологи изучили два захоронения. В одном из них обнаружили останки женщины и ребенка. Здесь же они нашли обломки керамики, глиняную посуду, золотые и бронзовые украшения. По мнению ученых, все это принадлежит знатной семье. Окончательные выводы они смогут дать после изучения артефактов. Их уже отправили в лабораторию.